Отопительный сезон в Люберцах начался месяц назад. Тепло в квартиры и учреждения округа пришло вовремя благодаря качественной подготовке всех объектов теплоснабжения. Работу аварийно-диспетчерской службы Люберецкой теплосети проверил Владимир Ужицкий. Готовиться к зиме начали весной. Начиная с апреля, сотрудники Люберецкой теплосети ремонтировали и проверяли котельные, тепловые пункты, теплообменное и насосное оборудование. Сейчас главный приоритет коммунальщиков – готовность к любым внештатным ситуациям. Стоит задача, чтобы зиму пройти без аварий. Хозяйство у нас большое, есть износ определенный. Но стоит задача максимально быстро, оперативно устранить аварии, чтобы жители не заметили. Для полного контроля подачи тепла Люберецкая теплосеть вооружена всем необходимым в режиме 24/7. Справиться с любыми проблемами готовы 5 аварийных бригад, 115 квалифицированных специалистов и 48 единиц техники. Также работает комиссия по производственному контролю. Каждый четверг выезжает на какой-то район и ведется, скажем, мониторинг работы оборудования, котельной, персонала. Ну, это правило. Уже в декабре Люберецкая теплосеть начнет готовить план по ремонту оборудования и коммуникаций в следующем подготовительном периоде. Особое внимание предприятие уделит реновации красковских объектов теплоснабжения. Александр Колганов, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.